Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Ну что, заберем наши награды для начала. Так, билетики, еда, карточки, монетки. Моды. Давай быстренько, наверное, с тобой соберем моды, чтобы нас потом это все не отвлекало. И я, наверное, буду за еду. Так, ну что, Чарли, пора мне, наверное, уже выделить пак, как вы думаете? Но не тут-то было. Мы с тобой получаем кровожадность. Ладно. Давай еще разок. Что на этот раз? А на этот раз нам выпадает устрашение. Снижает показатель атаки всех вражеских существ на 10%. Ну что же. Я думаю, когда-нибудь это нам пригодится. Так, принять участие в ПВП сражении, использовать ускорение. Ну что, сегодня у нас два события, насколько я помню. Мы смотрели с тобой. Так, это обычные. Испытай свои силы. И сдвиг ледников. Вот, пожалуй, мы начнем именно сдвига ледников. Уинотерий, Титанобоа и Эуклодоцер. Вау. Ну, против этого кого возьмем? Возьмем, наверное... Слабоват будет. Так, возьмем мамонта. Здесь против пещерника мы возьмем Келлинкина. А против Эуклодоцера мы возьмем с тобой Эриматерия, да? Или нет, я возьму Амфициона. Хотя, погоди-ка, Амфицион слаб. Давай вот так все-таки Эриматерия. Не уверен, конечно, в моей команде, но нам все равно делать нечего и деваться нам тоже некуда. Поэтому приступим. Начну с атаки. Хорошо. Интересно, будет он меняться или нет? Все-таки меняется и берет Титанобоа. Еще и атакует. Ну что, жучара, хорошо. А ну-ка, Келлинкин, выходи. Ну что, давай, наверное, звезданем разочек-другой, да? Съешь этого червяка. Так, 320 нанесли урона. Сейчас, наверное, опять будет менять. И уже, скорее всего... Нет! Ты представляешь, он не стал менять? Ух ты, жук. Ну что же. Давай так сделаем. Титанобо. Титанобоа готов. Уинтотерий. Так, у него 117 к атаке идет. Все, он ушлепал, да, мне? Келлинкина. Ну, а мы с тобой ушлепаем сейчас его. Так, нам нужно с тобой сделать две атаки всего лишь. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Так, ну что, выносим. Замечательно. И выходит Эуклодоцер. Но это уже какой-то олень молодой. Зря ты, парнишка, так делаешь. Очень зря. Потому что мы тебя сейчас уничтожим. У меня 8 очков действий. Соответственно, я все это сливаю в атаку. И все. Этот поединок мы с тобой выиграли. Но не забывай, что нам предстоит еще два поединочка. Молодец, красавчик мамонт. Как говорится, съешь конфетку за победку. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И у нас... А, нет, ребята, здесь всего два боя. Ничего себе, шерстистый носорог здесь у него присутствует. Индракотерий и Мегатерий. Мегатерий, кого-то он не напоминает. Из Звездных войн был там такой монстр. Вот физиономия похожа. Ладно, ну что ж, давай мы с тобой придумаем. Против Индракотерия я беру Синтетоцерас. Вот так вот сделаем. Против Мегатерия мы возьмем Уртенотериума. И против шерстистого носорога это нужно нам брать. Упс, а мне и брать некого. Амфициона возьму тогда. Да? Да. Честно говоря, тут как-то напряженно получится у нас. Для начала я, конечно же, сделаю удар. Эндрикотерий должен получить свое. Так, я сомневаюсь, что он будет идти в атаку. Скорее всего, он будет замену делать. Нет. Хорошо, я сделаю вот так. Ха-ха-ха, он две защиты взял.
Ну что же, тут ты попал. Почему попал, друзья? Потому что сейчас он будет атаковать, и у него всего лишь одно очко действий, которое он поставил в защиту. А нам нужно его вот так вот сделать, и дальше вот таким вот образом. Естественно, здесь мы его пробиваем. Это само собой. Так, и выходит Мегатерий. Ё-моё, ты посмотри, какой здоровый этот Мегатерий. Так, но он здесь нас не завалил, как ты видишь. И поэтому сейчас мы будем переключаться. Кто у нас? Ты? Окей. Нам нужно нанести ему вот столечко ударов, чтобы отдубасить. Ну что, шерстистый носорог, дай хоть гляну на тебя, как ты выглядишь. Вау. Вот так, ребята, он выглядит. Он до сих пор у меня выводится, прикинь. Ну что же, как ты понимаешь, сейчас ему будет очень-очень несладко. Все в атаку. Да, этого нам за глаза и за уши, чтобы его отдубасить. Как-то так, мы с тобой победили. И, соответственно, забираем награду. Что, уровень пройден? И что у нас тут? Так, так. Элосматерий. Ну что же, Элосматерий так Элосматерий. Теперь он нам доступен, но он уже и был у нас открытым. Ребята, у нас скоро будет золото. Осталось совсем немножечко. Так, ну что, у нас еще одно событие там есть. Это испытай свои силы. Я не помню, это один на один, что ли, или... Да, это у нас один на один. Ну что же, испытать надо свои силы. И я начну, пожалуй-ка, с Ютараптора. Это средний такой динозаврик. Кто ходит первым? Он. Атакует? Нет. Молодец, не стал атаковать. Я возьму бонусы. Так, что он будет делать? Ничего. А это значит то, что мы его сейчас вынесем. Все, ему крышка. Ну что, я считаю, что неплохое начало, друзья, для первой схватки. И переходим с тобой, естественно, к следующей. Серия получится немножко коротенькая, потому что у нас очень мало всяких событий. Так, значит, здесь я хочу попробовать Насута Цератопса. Давай посмотрим, что у нас получится с этим динозавром. Так, я беру, наверное, бонус. Я возьму бонус. Он сейчас 100% тоже возьмет бонусы. Ах ты, жук ты навозный. Я так и думал. А если я так сделаю? Твою налево, вот здесь он меня обманул. Если он сейчас все сольет в атаку, мне крышка, ребята. Это очень удивительно, что он ничего не стал делать. Ну, а я, пожалуй, рискну. Ты смотри, жучара, что творит. Ты смотри-ка, а. Неужели сейчас пропишет? Точно, все, мне крышка, друзья. Я здесь не вытащу, к сожалению. Да. Ну, кто бы мог подумать, что он поставит себе три защиты. Я бы в жизни бы не подумал. Ну что, возьму кулазуха, попробуем сейчас сыграть именно им. Почему всегда ходит первым он, а? Ты достал уже кулазух. Раз, два. Ага, он брал защиту. Опять ничего не делаем, да? Хорошо. Раз, два, три. Да ладно, блин, да ты достал. Сейчас в атаку все, наверное, спустит, да? Слушай, наверное, я все-таки рискнул. Не дай боже, он опять возьмет. Нет, все, тут его крышка. Тут-то мы его как раз прочухали. Я бы был очень удивлен, если бы он все поставил в защиту. Тогда бы я его не пробил бы. Так, замечательно. Давай-ка следующий поединок. Здесь я возьму, пожалуй-ка, спиннораптора. Нет,
Ну, вообще-то да, спинозавра возьмем. Хочу поиграть за спинозавра. Вот они, красавцы, стоят. Он опять ходит первым. Так, возьму-ка я, наверное, в два бонуса себе. Тоже он не стал атаковать. Окей. Проверка. 5. Воу-воу-воу. Потише, парень, потише. Ну все, по-моему, пора его атаковать. Думаю, нам этого хватит, да? Твою дивизию не хватит. Хотя, подожди, а почему? Я же всего 3 атаки по нему попал. Хм, странно. Ну что же, сам того не ожидая, я, ребят, победил. Ну что, давай еще столкновение посмотрим, кого здесь можно взять. Стегоцератопса. Ну-ка посмотрим, что у нас из этого выйдет. Опять он ходит первым, да? Ну это понятно, и дурачку, что он будет все брать в бонусы. Опять не ходишь? Ладно, раз, два, три. Вот так вот сделаем. Если он сейчас не атакует, ребят, я буду его бомбить. Или рано? Нет, по-моему, надо бомбить. Проверочка. Да, и здесь мы побеждаем. Ну что, вот тебе, ребята, и состязание. Мы полностью прошли его. Забираем сейчас награду. Колесо призов именно по ДНК. 150. Маловато будет, маловато. Так, и теперь мы с тобой заберем здесь награды. Так, дальше нам нужно с тобой использовать ускорение и ПВП сражение. То есть любое получается, да? Так, а здесь у нас, блин, ускорить не могу. А здесь? Ну вот здесь вот можно. Забираем. Эволюция завершена. Так, один... Ага. До 20-ки, если мы с тобой перораптора прокачаем, то мы можем еще сделать. Ускорение сделано, и теперь можно в ПВП. Ну, ПВП, ребят, я думаю, что, наверное, сыграем с модами. Так, где у нас там ПВПшка? Возьмем с тобой, пожалуй-ка, водную. Где у нас там с модами? Вот здесь, да? Давай попробуем. Так, усиленные подарки новичка. Возьмем вот так. Вот так возьму. И вот так. А какие здесь... Подожди, куда ты его убрал-то? Давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой... Кровотечение... Да подожди ты, кровотечение. Давай-ка я возьму, наверное, прочную кожу. Нет. Возьмем путы, прочную кожу. И несокрушимость. Хочу просто посмотреть. Ну-ка, кого нам тут подкинут? Твою дивизию. Ты посмотри, кого они тут дали мне. Трындец. И как я должен тут драться? Так, путы. Поменять уже не сможет, это радует. Так, у них что там идет? Закалка. Это что у них? Единство. И кровожадность. Допустим. Ну что, я, наверное, возьму бонус. Он сейчас ходить не будет. Он тоже будет себе копить очки действий. Ой, зря ты это сделал. Ой, зря ты это, парень, сделал. Ну что, пропишем его?
И уничтожаем, ведь так? Замечательно. Так, появляется у нас кто? Бакулит. 223 к атаке, 648 здоровья. Мне кажется, он уже трупец. Сам пока он этого еще не понимает. Но я его сейчас ушатаю. Две защиты брал. Ну вот, хлопчик-то и попался, по ходу дела. Бакулитик, не выпендривайся. Ну вот и все, вот он и подписал себе смертный приговор. Раз, два, три, четыре. И вот так вот. Гудбай, роднулька. И Кеви... Как его там? Кеви Коа? Кеви Кеа, вот он. Как его звать? Появляется у него 842 атаки. Это, конечно, очень-очень дофига. Тем более у него классовое преимущество, да? Сейчас мы посмотрим, что у нас пойдет. Еще и с прочной кожей. Ну что, звезданем разочек. Все, он труп. Тут победа за нами, ребят. Замечательно. Даже если бы он нас стал атаковать, у нас все равно висела прочная кожа. Он бы нас не пробил бы. И это круто. Так, ну давай крутанем. Усиленное колесо удачи мастера. И выпадает нам Маналафазавр. Редко, конечно, но выпадает. А что вообще здесь может выпасть? Тут, ага. Вот такие, ребят, награды. Очень-очень хорошие награды, да? Так, подожди секундочку. У нас какого-то я хотел... У нас Маналафазавр. В кого превратился в конце? Ты не помнишь? Мы сделали из него гибрид. Прикинь, я забыл, кого мы с тобой делали из него. Не топиелозавр ли случайно? Не помню. Так, так, и диплодок выпадает нам. 95 очков доверия. Слушай, я думаю, что завтра мы с тобой уже возьмем золото чистое. Блин, прикинь, вот такого, да? Конвентор, у меня такого нету. Хайнозавр тоже нету. Генодуса нету. Брантотерия нету. Тилокосмил. Апатозавр. Блин, да вообще дофига кого нету здесь, прикинь. Просто дофигище. Престозух. И у меня есть пастозух, но это престозух. Блин, Таниколагриус, это, конечно, хорошо. У нас с тобой их два. Вот если бы птеродактиль бы еще выпал. Эдиоморфодона у нас тоже два. Гигантский артак. Ну, блин, ну согласись, шикарные, шикарные здесь награды. Просто пальчики оближешь. Но нужно 10 тысяч очков доверий. Так, что у нас тут? Забираем это все. И, наверное, можно, в принципе, друзья, закругляться. Потому что больше нам здесь сделать нечего. Здесь я не пройду. По-любому не пройду. Единственное, что перед уходом можно, конечно же, поставить что-нибудь выводиться, чтобы, по крайней мере, были все ячейки забиты. Только вот что? Что нам нужно? Что бы нам пригодилось? Так, ну, ДНК у нас мало, поэтому сюда прыгать я не вижу вообще смысла. Мейнгозавр мне не нужен. Простостега, Декозавр. Суперзавра можно, в принципе, давай сделаем. Пускай выводится. Или не будем? А, ладно, фиг с ним, пускай. Ну что, друзья мои, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!